Не знаю, честно сказать, не знаю. Можно отдохнуться, чтобы у вас голова не болела, или воду попиться. А можно сделать упражнение, например, такое очень простое. Дай попить, пожалуйста. Что пьешь? Пепси? Пойдет. Куда? Это не... Леха, хватит. Оставь чуть-чуть. Да-да, она. Полетели. Такая добротная. Иди тай! Что? Ну что? Мех тоже как... Мам, ну что такое? Что ты хочешь? Посмотри, какой Ленка пуховичок модненький передала. Ты посмотри. Мне не нравится. Ты еще не мерил даже. Смотри, какой моднявый. Я примерю, может, он мало вообще тебе. Ну, мама, ну... Ну что это, ну? Слушай, как смотрится, как модняво, ну... Застегнись давай. Ну, мам, ну колется вообще, ну вообще... Может, это 6%? Что сейчас в магазинах висит? Ты даже не смотри, это просто выброшенный день. А Ленка фигни не передал. Между прочим, хорошая турецкая. Фабричная. Моднявая какая. Мама, привет, смотри, как мы Никиту одели. Я не хочу это надевать, носить. Ой, ну-ка. Все. Слушай, моднявая такая. Тепленькая, хорошая. У Ленки? У Ленки хорошие вещи. Никита, ну. Кто бы мне дал такое? Моднява же, моднява. Что, мама, я ему что нос воротит? Мне кто такие вещи передавал? Сама носила. Мама, я не хочу это носить. Снимай. Снимай, не хочешь, не надо. Оксанке соседке передай. У нее сын все носит. Знаешь, у них дети нормальные у меня, что? Иди, я уже сейчас выхожу. Мама, точно сейчас? Слушай, ну не нервируй меня, пожалуйста. Точно, значит точно. Одну палочку мне принеси. Иди, сама возьму. Я жду тебя на улице. Так, воду закрыть. Так, тут ничего не включено. О, надо было устроить. Так, это... 10 минут жду. Надо позвонить. Спать. Я выхожу, я уже. Все, выхожу. Спать. Так. Холодильник. Выключи свет. Надо окошко открыть, жесть. А то... Не надо. Дождь пойдет. Свежий воздух. Да боже. Так и знал, ну. Так. Септиконтин. Маска моя где? Ну все. Закрыла. Точно. Все, вышла я. Автобус посмотрел, опоздали. Ну ты собирался дольше. Господи. На маршрутке поедем. Мам, я в наушниках. Хорошо. Никита, как у тебя в школе? Что? Ничего, с матерью поговори. Ткнулся в свои наушники. Чего уже? Ой, боже мой. Никита. Ой, что? Слушай, я квартиру не закрыл. Мамочки. Тошнит у меня. Во-первых, не надо грустным быть вот таким. Не надо плакать. Не надо сопли. Добрый день, ребята. Я проверила ваши сочинения, которые вы вчера написали. Написали плохо, конечно. Да, я вижу, что есть пробелы, не совсем все еще поняли. Но давайте не будем расстраиваться, впереди целый год. Мы сейчас будем делать работу над ошибками. Я покажу, как сделать лучше, как написать правильнее, чтобы было хорошо. И я думаю, что у нас все с вами получится. Не расстраиваемся. Встали все быстро! Встали! Это, вы считаете, что это сочинение, то, что вы вчера написали? Это сочинение? Это что вообще такое? Мы уже... Такого класса, как вы, у меня не было никогда. Ужас, ребят, вы такие глупые. Вы такие тупые. Просто... Вы чем занимаетесь дома? Кто-нибудь сидит, занимается русским языком, сочинениями. Кто-нибудь? Есть хотя бы один человек? Ни одной работы. Ни одной работы нормально написано. Нет. Худший класс, худший. Остаетесь после... Здравствуйте. Оу, быстро. Обнова через 2 минуты. Гоу. Так, еще 30 сек осталось. Так, быстро. Обнова через 1 минуту. Сразу берем телефон и сразу готовим обновлять. И тут, по всей видимости, пуля непробиваемое стекло. Хорошо, что мы захватили скальпель. Сейчас я попробую этим скальпелем разрезать это стекло. Скальпель — это штука, которая невероятно острая и, может быть, прокатит. Поехали. Скальпель, отбой! Команда, отбой! Да вы угораете, что ли? Какую психушку? Вы что, угораете, что ли?
Пустые ворота! Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. На, держи. Ой, не, я столько не выпью. Давай в маленькую чашку. На. Вот, теперь нормально. Спасибо. Сейчас посмотрим. Они реально туда плюют. Фу! Ой, забыла кое-что. Сейчас я отойду на 5 минут, постой здесь. Но мама, очередь же. Молодой человек, проходите. Сейчас просто у меня мама. Мужик, проходи, не тупи. Что там такое? Почему так долго? Проходите, вы задерживаете очередь. Ну, просто мама... Давай быстрее. Она быстрее, давай. Ох, извини за задержку. Забыла кое-что взять. Мама.